Алло, работаем дальше. Все произошло. Вот. Двигатель я уже вкинул в стенд. Вот так вот он примерно выглядит. Вот так он примерно выглядит. Крышку я не ставил, потому что буду калибровать вейп, проверять. Вот, будем посмотреть, что и как. Ну вот. 3/4 цилиндры, головки. В общем, с двух двигателей сделаны один. Кишки, скажем, 34-е, а картер старушачий. Ну, примерно так вот. 34-х деталей гораздо больше, чем старушачьих. Со старушачьих только сцепление и картер. А все остальное 34-ка. Полностью кишки 34-е. Ну, коленвал старушачий, но шатуны это все равно стоят 640-е. Так что, в принципе, это как 34-й коленвал. Вот. Готово. Вкинул в стенд, все поставил. Ну, вот такой расклад у меня был, лично у меня, предположительно, в 86-м году. Вот такой расклад был. В 86-м году только я задирал еще глушители. Но как я их задирал, я не помню. Как-то я это делал, но абсолютно не помню. Вот. На родные крепления глушители не подходят. Сразу видно. Потому что колено короткое. Надо ставить переходник, удлинитель. Либо есть какие-то специальные колени. Для таких целей. Ну вот такой вот вариант. Вот именно вот этот вот. Вариант очень распространен в Турции. Там, в принципе, каждый первый ставит вот именно 34-е цилиндры, головки. Это очень распространено в Турции. Очень распространено. Вот, все у меня тут установлено. Масло в коробку залито. Краник еще не открывался. Искру не проверял. Не проверял ничего. Только залил масло. Так что я даже не знаю, что у меня сейчас получится, как он заведется. Цилиндры собирал на сухую, ничего не смазывал. Как когда иногда смазываю поршневой, иногда нет. Но сейчас не смазывал, все собрал на сухую. То, что в последнее время что-то очень на пересос лупит. Потому что там подшипники залиты маслом, ну и топливо тоже разбавлено 1,25. Вот. Все установлено. Ну вот 34-й на старухе. Уникум движок. Действительно уникум. Ну, в принципе, тут ничего уникального нету. Конструкция позволяет взаимозаменять детали. Взаимозаменять. Все подходит. Ну, кроме коробки. Коробку, конечно, надо дорабатывать. Тут без вариантов. Коробку надо дорабатывать. А без токарного станка и без особых знаний это невозможно. Ну, в принципе, я показал в предыдущих частях, там все просто. Вот. Карбюратор удачно получилось доработать. Он тоже подсос сделал с нержавеечки. Вот я потом фотогалерею выкину, альбом по реставрации карбюратора. Потом выкину. В принципе, все подсоединено. Нужно открыть только краник. Только краник открыть и пытаться заводить. А, мне надо полоску сделать на 3 мм, чтобы я мог проверить. Ну, вот так вот выглядят головки. Вот красота. Доработанная. Со внутренними подушками. Ну что, ну нет покоя, копыта чешется по самое хочу. Но очень хочется послушать, как он будет работать. Доводка на этом двигателе очень серьезная. Очень серьезная доводка. Ну, в принципе, там первые две части уже все было видно. В предыдущих частях. Так, ну что, надо мне ставить его к дверям. Буду ставить сейчас к дверям, ну и буду пытаться заводить.
Работаем дальше. Работаем. Покоя нет. Нету покоя. Ну вот, господа товарищи комрады, продолжаем дальше. Надо завести этот уникум движок. Вот он еще не заводился. Там пустой карбюратор. Там я ничего не проверял. Ни искру, карбюратор отрегулирован на дуру. Чисто на дуру. Так что сейчас буду пытаться заводить и даже не знаю, что из этого получится. Но очень хочется это все слышать. Значит, подведем итоги. Что у нас получается? У нас получается, что из двух двигателей, из двух разных моделей собран один. Тишки в основном 34-е и картера старушачьи. Ну вот такой расклад, начиная с советских времен, я делаю впервые. Впервые 34-я коробка и 34-я поршневая, это я делаю впервые, начиная с советских времен. В советские времена у меня у самого был такой расклад. Вот, значит, сейчас будем заводить, проверять, смотреть, что и как. Но очень, очень интересно и очень любопытно. Так что, вот, пробуем, пробуем заводить. Моя любимая табуреточка. Беру отвертку сразу же. Пробуем. Пробуем. Поехали. Открываю краник. Подождем. Подкачиваем очень внимательно. Заводимся? Заводимся, покоя нету. Заводимся. Поехали. Очень смахивает уже на пересос. Завелся без особых каких-то, скажем, настроек, работок. Ну и сейчас буду уже регулировать карбюратор. Даже еще без горячих доработок даже чувствуется вот синхронность. Уже чувствуется синхронность. Это меня радует. Был маленький пересос, но я даже думаю, это не пересос, а очень много масла. Потому
как смазывал это подшипники, они там утапливаются просто. Я даже не смазывал цилиндры, и все равно топливо было очень, скажем, невоспламеняемое. И вот еле-еле, но завелась где-то с 5-6 раза, но завелась. И работает, мне нравится, как он работает. Коробка с одного двигателя, поэтому там все должно быть красиво. Забыл трос прикрутить. Спидометр не показывает. Сейчас приключу трос спидометра. И буду продолжать дальше. Ну, в любом случае, двигатель завелся. Поршневая работает красиво, коробка тоже, но пока что мне все нравится. Сейчас я трос прикручу трос и будем смотреть дальше. Ну вот, продолжаем. 10 километров я уже прогнал, трос подсоединил, 10 километров прогнал, прогрел двигатель. Ну так, на глазок карбюратор отрегулировал, но я всем очень доволен. И поршневой, и коробкой, и коленвалом. И еще я заметил, что, не знаю, может быть, цилиндры роль играют, что вибрация на старушачьем движке, вот с этим раскладом, с этими цилиндрами, она меньше. Вот я даже чувствую, она меньше. На родных, скажем, цилиндрах и головках вибрация все-таки она другая. Походу, цилиндры, они имеют роль как уменьшает вибрацию, что-то вот такое вот, но очень похоже на это. То, что вот 360-й двигатель, у него другая вибрация со своими родными цилиндрами. А с этими цилиндрами мне даже понравилось. Но я могу предположить, что очень сбалансированный коленвал, то, что да, балансированные шатуны, балансированная поршня тоже играет большую роль. Развал шатунов играет большую роль. Но все равно вибрация присутствует на родных цилиндрах. А здесь прямо так вот, что, ну, чувствую разницу, реально чувствую разницу. Ну, сейчас еще раз заведу, чуть-чуть погоняю, и уже все остальное уже буду делать завтра днем на улице, при свете, проверю вейп, проверю стробоскопом, ну и погоняю еще движок, километров 50-100, может быть, прогоню. Так что сейчас еще раз заведу, послушаем, понюхаем, порадуемся. И продолжение будет попозже. Сейчас сниму камеру и, хотя в потемках, послушаем синхронизацию, ну и как двигатель работает. Сейчас сниму камеру и попробуем. Работаем. Ну вот движок, работает просто красота. Ну просто красота. Погазуем. Карбюратор очень хороший, но очень хороший карбюратор. Так, удачно все сложилось, но удачно. На улице ветер. Вот, я как заводится, так либо дождь, либо ветер.
Тут все красиво. Синхронизация тоже хорошая. Очень даже хорошая. Так, ну вот. Приблизительно показал, рассказал. Но я двигателем доволен. Вот именно этим распадом я очень доволен. Тут солидно. 34-й фишки. Ну, есть резон. Не зря турки это делают. Так что вот, все остальное оставляем на завтра. Продолжение следует. Все остальное завтра.